типичные туристы. Севильяна – маленькая жемчужина Пьемонта. Куда пойдем? Сначала обойдем главную площадь. Хорошо, давай подойдем к башне. Здесь написано, что это символ города. Я наоборот, отойду, чтобы сфотографировать ее. Только представь себе, 13-14 век. Не люблю фотографии, на которых слишком много людей. Почему они не расходятся по домам? Ты не прав. Фотографии без людей – это как фильм ужасов. Кажется, что все ушли из города. А, я предпочитаю фотографировать памятники. Это Санторре ди Санта Роза, итальянский патриот. Иди сюда! Смотри, как мост вздохов в Венеции. Наверное, здесь очень красиво, когда солнце всходит и заходит. Солнце всходит и заходит. Ну что, походим еще по городу? Я хотел бы дойти до церкви Святого Андрея. Пройтись по парку, перейти реку. А может зайдем в этот магазинчик? Вход тут. Так, это мы уже проходили. Ты выйдешь оттуда через 3 часа.